Губернатор Тверской области Игорь Рудени подписал постановление о продлении в регионе дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. До 30 апреля включительно на территории Тверской области не будут работать салоны красоты, косметические кабинеты, спа, массажные салоны, солярии, сауны. Кроме того, жители Верхневолжья до конца месяца не смогут попасть и в частные медицинские клиники, кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны и прочие развлекательно-досуговые учреждения. Во вторник на заседании Кабмина стали известны те предприятия, которые вошли в список стратегически важных не только для экономики региона, но и для всей страны. Это значит, что теперь они имеют официальное право работать, начиная с этой недели, но соблюдая все меры предосторожности по предупреждению коронавирусной инфекции. Мария Шалованова рассказывает подробности. Бесперебойную работу системообразующих предприятий региона будут обеспечивать несколько мер поддержки. Так, ощутимую помощь они получат и через антикризисные меры федерального уровня, и региональные меры поддержки. Они помогут в первую очередь тем производителям, функционирование которых в дальнейшем поддержит региональную экономику. Всего этих компаний 220 в 40 отраслях. Таким образом, к работе в общей сложности смогут вернуться более 65 тысяч человек, а выручка вновь открытых компаний составит почти 340 миллиардов рублей. Это производство из сфер машиностроения, пищевой, химической и легкой промышленностей, лесной отрасли, компаний, занимающихся строительством, и еще несколько других. Сегодня они дают порядка 40% регионального валового продукта. Среди крупнейших производств, вошедших в список, Тверской вагонзавод, компании Тверской экскаватор, Hitachi Construction, Электромеханика, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, Паули Круз, Коралл и другие. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели, и по линии соцзащиты это физические лица, проживающие на территории Тверского региона. Подтвердили ранее принятое решение по перечню стратегических предприятий нашего региона, их 220 предприятий. Также это предприятия муниципальные, которые являются стратегическими. И это более 40 видов деятельности по кодам видов деятельности. Органами государственной власти и местного самоуправления будет организован постоянный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. В случае необходимости им будет предоставлена государственная поддержка. При этом в обязательном порядке на эти компании возлагаются и обязательства: ежедневные отчеты о ситуации на производстве, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, памятку с правилами по безопасности в отдельном письме каждому руководителю направит управление Роспотребнадзора по Тверской области. Необходимо обеспечить ежедневное измерение температуры работников до начала смены и в течение рабочего дня, ежедневное проведение дезинфекции помещений, включая обработку контактных поверхностей. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты. Во всех помещениях должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра. На входах должны быть установлены дезинфицирующие средства. Без должной безопасности для здоровья сотрудников ни одно производство из списка открыто не будет, отметил губернатор. Отрасли, которые могут работать, но при одном условии – соблюдение санитарно-эпидемиологических мер защиты и населения, и сотрудников, которые там работают, на этих предприятиях. Кроме того, начнут работу и компании, которые относятся к категории смежных, а именно те, без которых разрешенные производства работать не могут. Например, те, кто занят в добыче полезных ископаемых, песка или камня. Ведь без них не может пройти ежегодная кампания по ремонту дорог. Или компании, занимающиеся ремонтом обычных или сельскохозяйственных машин. Их закрытие может сорвать сроки посевных работ или время сбора урожая.